Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я поделюсь с вами своим любимым и проверенным рецептом омолаживающей маски, которая подтягивает кожу, разглаживает морщины и осветляет пигментацию. И для ее приготовления понадобятся очень простые и дешевые ингредиенты, которые продаются в любой аптеке без рецепта. Итак, чтобы сделать омолаживающую маску, которую, к слову, можно наносить не только на лицо, но и на шею, и на зону декольте. Так вот, для приготовления этой маски нужно взять 1 чайную ложку касторового масла, 2 капли витамина Е, 2 капли витамина А. Если не найдете эти витамины по отдельности в аптеке, то можете купить такой препарат, как Айвит, и добавить в маску содержимое 2 капсул Айвита. Также в состав омолаживающего средства обязательно входит алоэ. Я покупаю экстракт алоэ в аптеке, но если у вас дома есть это растение, то можете добавить в маску чайную ложку сока алоэ. Перед тем, как наносить маску, лицо нужно тщательно очистить и сделать легкий пилинг. В качестве отшелушивающего средства можно использовать нежный пилинг-скатку или взять 2 таблетки янтарной кислоты, растворить их в небольшом количестве воды и потом при помощи ватного диска нанести вот этот вот раствор на лицо, на шею, на зону декольте, то есть на любые участки кожи. И подержать этот пилинг где-то 15-10 минут. Потом нужно смыть пилинг теплой водой, насухо вытереть кожу и только после этого нанести маску с маслом, с витаминами и с алоэ. Держать такую маску нужно не менее 30 минут. Если у вас нет купероза, то на кожу можно положить сверху полотенце, смоченное горячей водой. А еще усилить действие маски можно при помощи вот такого вот ультразвукового прибора, который помогает любым средствам глубже проникать в ткани. У меня это прибор InFace дочерней компании Xiaomi. Я его купила более 2 лет назад и использую его для массажа, для чистки, для пилинга, поверх масок, кремов и сывороток. В общем, гоняю его и в хвост, и в гриву. Так что, если вы до сих пор в поисках хорошего ультразвукового прибора для кожи, то могу от всей души посоветовать вам этот девайс. Я покупала его на AliExpress в официальном магазине InFace. Так что за качество и за оригинальность прибора я отвечаю. И ссылку на этот прибор я оставлю в описании под видео. Но даже без горячего полотенца или без дополнительной стимуляции микротоками и ультразвуком эта маска будет прекрасно работать. Здесь сбалансированный состав, и все компоненты дополняют и усиливают действие друг друга. Поэтому рекомендую ничего в маске не менять, потому что эффект будет не таким хорошим. В первый месяц омолаживающую маску необходимо делать 2 раза в неделю. А затем достаточно проводить 1 процедуру в неделю, чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии.